Люди, добрый день. Воскресенье. 3 часа дня почти. Буквально здесь полца, минут 40. Поехали, покатались по Одессе, заехали на киевский рынок, купили пару вещей. Тут Сеня клепать начал, а я дверь закрыл. Да, он там клепает. И приехали, вышли на работу, поработать. Вчера еще и крыло доделал, после того, как видос выгрузил, вернее, закончил. Сейчас вот морду собираю, фару поставил еще вчера, сейчас бамперок, крепушки все поставили. Как бы все красиво-красиво. Люди там вчера меня обвинили, несколько людей, что я, это, типа, под, что там, под пивко порох варишь. Ай-яй-яй, как вы могли о нас такое подумать? Это же поливалка. Мы же сварочные работы делали, а как известно, всегда должна вода быть, чтобы поливать. Поэтому нет. Вы знаете, вот на самом деле, сколько, лет 6 канал веду, 7? Я не помню ни одного видоса, где я в кадре был бухой. По-моему, нет. Я никогда на камеру не снимался пьяный, хотя всегда обвиняют. Блин, вид уставший. Я вчера в 2 часа ночи лег спать. Я вчера видос, который вышел вот про сварку, я его до 2 ночи делал. А сегодня в 10 проснулся. Все равно не доспал. Ни разу не был на канале, не снимал пьяный. Поэтому если я такой чудный, это я просто от природы такой весь. Это первый раз. Мастер Сеня. А он, Виталька будет, это первый раз. Он говорит, что он не пьет, короче. Я его напою, и мы снимем ролик, короче. Там, где мы бухие и танцуем. Но мы это показывать вам не будем. Под цветомузыку танцевать будем. Сегодня на 6 часов вечера запланировано жарко картошки с Гошиком, с женами, с мясом, с коньяком и с пивом. Поэтому, возможно, сегодня микрофон тут пригодится, который там лежит. Значит так, мастер Сеня ставит подкрылки. Ты можешь показать его. Крыло еще не совсем готово, и вообще крыло они будут смотреть на твоем канале. На моем мы смотрим ремонт мордяшки. Что тут? Тут. Сейчас закрепил там. Теперь надо прижать бампер здесь. Трубки. Там вот крепушки. Выставить бампер, поставить ригелечки. Ну, в общем, ерунда осталась, как бы, но все равно продолжаем что-нибудь снимать. Ага, сейчас мастер Сеня должен еще заклепать нам порог. Там. Пистолетом. Клепочным. А я пошел, попробую сделать, чтобы... Блин, рука так болит после вчерашнего, даже не знаю, чего. Сейчас камеру поднимаешь, блин, такая боль в мышце. Сегодня что у нас? Сенька дособирует задницу, я дособирую морду. Снимаем со стапеля и по сути все. Здесь я собрал, потом покажу. Хотя что тут показывать? Все закрывается, открывается, все чики-пики капот показывал, не трогали. Заклепки. Клепаем заклепки. Посмазка не мешает. Мешает. Если мешает, ее просто надо снять, она аккуратно, да. Надо снять ее, чтобы мы ее не цепанули. В общем, по автомобилю несколько заклепок. О, так она приклеилась, Итак. Кто? Посмазка. Да ладно. Не, слышь, 30 градусов в гараже, все возможно. Надо подковыривать. Она приклеилась. Да, она и так снимается, да, легко. Она просто... А. Там направлял, направлялки. И аккуратно, чтобы не сломать, вот так раз. Менеджер Иван приехал, Вита свой ремонтирует. Две секунды и готово. Раз, два. Две секунды. Нацелился. Вот оно вышло.
Обзор синего пистолета у Сени на канале. Покажи его. Здесь было всего лишь несколько. Жахнули еще дополнительных. Вот такие заклепки. Я, кстати, заметил, камера как-то очень плохо. Я показал заклепки. Камера очень как-то плохо в натуре с фокусом дружит. Вот поставил камеру, работаешь, она вот четко показывает то место. Я, к примеру, ставил на окно, и она вот показывает четенько стойку. Проходит, я ж работаю, там 5 минут запись идет, и уже к 5 минутам записи смотришь, раз фокус вообще уплывает. Мне нравится. Все видосы на канале, мы же снимали... Какая у меня видеокамера? Panasonic V700, по-моему, или 600. Но я ее не брал с собой. Камерой прикольно, да, все снимать. Но для наших съемок и экшен камера подходит. Бомбодаводчик уже бы закрылся. По автомобиле. Сенька собрал колеса, Сенька отрихтовал крыло. Все класс-класс. Под крылочки поставили. Ой, со стапеля я сейчас начинал снимать. Такой зазорчик небольшой. Морда еще вся разбираться будет. Там ее еще отдельно ремонтировать будут. Кто-то будет потом собирать. Так, вот это мне надо собрать. Со стапеля сняли. Сеня там некие сварочные работы проводит. Менеджер Иван Вита свое колупает. Сиденье тут меняет. Иномарочные купил. Удобно теперь ему будет. Мы, кстати, вчера где-то поролонку потеряли на камеру, поэтому небольшой ветер будет задувать. Вита менеджера Ивана. Даже на автомате. Представляете, даже на автомате. А я сел и не понял, сперва где педаль сцепления делась. Мы привыкали на Жигулях ездить. $4500 продает. 4,5 полностью на ходу. Торф, вроде бы торф уместен. Нормальный Вита. Сейчас Сеня что-то доделает, и по сути, в принципе, мы собрали автомобиль. Пневма, с одной стороны, что-то там проблемное, поэтому он немножко в перекосе стоит. Мы сегодня его бормашинкой научили пользоваться, и сейчас он осваивает резание болгаркой без кожуха, без защиты. Как-то так интересно режет. Менеджер, что с него взять? Мастер? Нет, наверное. Насквозь она, видишь, проварила насквозь. Вижу. Все, больше ничего не варит. Готово. Блогер ходит, обзор машины делает. Полный гараж блогера. Короче, готов аппарат, короче, все. Всем пакетов, всего хорошего. Берегите себя, чтобы все были здоровы. Все будет хорошо. Пока. Мы с вами еще не прощаемся. Здрасте. Конец рабочего дня и конец работы по Audi. Там заклепали, резинку подвязали. Сенька там с Гошиком картошку жарит. А где она? О! Там мясо 1,5 килограмма, картошка. Типа выходной. На ремонт на Сенин канал ссылка под видосом. В принципе, вроде бы он все снимал, как делал крыло. Поэтому, кому интересно,
Тот посмотрит, а кувалду не убрал, босс ругать будет. Скажет, что ж ты не повыбирал. Вот такая была работа. Да, было трудно немножко. Но это был первый мой, насколько вот большой отклепанный алюминиевый порог. Да, если будет следующая работа, будут уже, блин, сейчас заорать может. А нет, не может. Аккумулятор просто подсоединен. А, тут проводки нету, чего она заорет. Да, если будет второй порог такой, то уже будет гораздо проще. Резинка не на всех клипсах, поэтому тут и торчок. Ну, я имею в виду. Тут зазор. То есть вот такие пироги. В принципе, для меня работа была интересная. Потому что в случае каких-то непоняток Сенька подсказал бы. И в случае каких-то баков Сенька будет виноват перед клиентом, а не я. Фу. Поэтому, милое дело, работа не хочу. На доволе все нормально получилось. Гоша Кмалер потрогал, сказал, фу, супер класс, пойдет нормально. Для того, что было, все хорошо. Если что, всем счастья, здоровья, всем удачи. Комменты читаешь. А что такой вчера короткий видос был? Так он же для Лего был, он же не для себя был. Потому что я вчера пришел с этого гаража домой. Туда-сюда. У меня в 12 смонтировался ролик. Я его до часу ночи, по-моему, в YouTube закидывал. То есть я вчера лег спать в 2 часа ночи. Хотелось сильно мне ролик закинуть, который я утром сегодня открыл. Поэтому так, вот так. Не могу я в тот же вечер выпускать ролик, как дома. Не могу. Увидимся. А мы тут просто снимаем, пока наш папа там куда-то ушел. Ну, он еще не знает, пока ему не говорите, а то он еще поругает нас. Ну, короче, мы сидим просто и чипсы кушаем. На травке ездили. А я так и на скутере немножко каталась. Вот, сейчас не горят. О, горит, видишь? А как ее включить? Именно вот эту вот, чтобы штука выдвинулась. Она должна выдвинуться.